едем на... Куда? Хуанкёсан. Хуанкёсан. Это гора в Сувоне. Самое главное, сегодня просто прекрасная погода. А сейчас 10 утра и уже очень тепло. Нас таксист привел неверно, и отсюда это очень далеко наша локация. Что? В общем, таксист нас туда привез. Мы понятия не имеем, где. И мы понятия не имеем, как добраться. Нас чувак привез просто, посмотрите, Пурын Чучанг. Это, в общем, что-то вроде церкви. Welcome to церковь вместо горы. Господин таксист, ну, если вы не знаете пути, вам, наверное, не стоило откликаться на наш вызов. Спасибо просто дядечке-таксисту за то, что он нас спас, и он просто появился из ниоткуда. И он сказал, что да, это действительно не тут. Я не знаю, насколько я благодарна просто этому таксисту, который просто спас наше время. Собственно, все, мы отправляемся на нашу локацию, которая оказалась просто в городе. Мы вернулись обратно в город. Мы просто вернулись в город, и это было в городе возле университета. Вот они, горы, вот они, воздух. Вот так надо начинать утро. Но у нас оно началось теперь почти в 12 часу, благодаря господину таксисту. Здесь действительно прекрасно. Наша первая историческая локация. Этот колокол называется Хюон. И в колокол нужно бить 3 раза. Первое – это за здоровье родителей. Второе – за здоровье членов семьи. И третье – за свое здоровье. На главную локацию города, город Сувон, Пасон Хэнгун. Сегодня, говорят, бесплатно. Штучки, это печати, и вы их можете поставить на своих брошюрках, которые вы можете здесь получить, не знаю, на картах Сувона, или просто если у вас есть бумага. Это печать, то есть здесь вы нажимаете, набираете печать, здесь подкладываете бумажечку и отпечатываете ее, и получаете себе просто память, что-то от Творца Фасан. Thank you.
пришли в ресторанчик, который очень известный в Гурии, называется Лёхя Манду. Я буду брать манду, так как она популярна. Но у нас столько еды, что мы можем накормить еще соседний стол. Манду, патрон, он просто гигантский. Это еще полное осталось, но мы очень даже нормально поели. Мы недооценили размеры порции в Корее. Сейчас прошлись по этой чудо просто волшебный. По этому построению, да. Вот. Но построили, это такой вид. Но построили очень реалистично. Очень красиво. Очень впечатляющая на самом деле локация. Я думаю, если вы попадете в Гури, вам есть на что здесь посмотреть. Кафешка, которую мы ищем, оказалась просто в 20 шагах от нашей локации. С напитками нельзя, с собачками нельзя, а вот с футбольным мячиком жаль, что нельзя. Это очень известное в городе Гури кафе, оно сделано в стиле ханок. Чем больше пьешь его, тем ты слаще чувствуешь его вкус, но это очень вкусно.